Крымское ТВ начинает свою работу в прямом эфире, как всегда, с понедельника по пятницу с 15:00 до 21:00. Говорим о самом важном. Прямо сейчас, следующие два часа в формате «Дня на Думской» обсуждаем и говорим о том, как одесские балерины танцевали на одесских улицах. Это интересно, у нас уже есть гости балерина. Также мы обсудим молодежный волонтерский проект. Ну что ж, в студии для вас работает Елена Еремеева, Никита Таролов. Будем с удовольствием вас в этих вопросах информировать, освещать. В Одессе прошло мероприятие, фотомероприятие одного известного фотографа. Он не украинец, он из Соединенных Штатов Америки, Дейл Шитаги. Изначально его проект был предназначен для того, чтобы в больших городах, в мегаполисах показать, что творческие люди могут менять пространство мегаполиса, если фотографировать их на знаменитых площадках. Да, начинали с Нью-Йорка, и теперь да, уже в Одессе. Уже решили заехать в нашу страну, в наш город. И, конечно же, участвуют в этих проектах именно артисты балета, балерины. И в этот момент сразу же вспоминается твое любимое произведение Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин», где звучат некоторые строки, а звучат они именно так. «Одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух из уст Эола, то стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет». Это речь идет о Татьяне Афанютиной, артистке балета. В общем, так решили мы вас представить. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствуем вас, рады вас видеть. Проект завершился. Хотелось бы услышать ваши эмоции после проекта. Какие? Достаточно интересный проект был, потому что редко возникает такая возможность потанцевать на улице. Андрей Станко, который был нашим фотографом, он очень хотел уйти от нашей обыденности фотографии, запечатлить танцующие тела, движущиеся. И не просто движение, а чтобы в движении была видна жизнь на фоне каких-то выдающихся памятников архитектуры нашего города. Там Потемкинская лестница. При этом не одежда была нетрадиционная. Нет, одежда абсолютно только повседневная. Можно, он даже не придерживался пуант. Он говорит, мне просто нужно вдохновение, движение, жизнь, фотографии. Чтобы это было нестандартно, это должно быть так, что ты смотришь на фотографию, она оживает. Скажите, ну это безусловно получилось. Я думаю, что совместными усилиями. Вопрос в том, каким образом выбирались площадки, дислокации. Вы совместно обговаривали их или они уже были фотографом продуманы? Определенные площадки были им продуманы заранее, то есть он видел какие-то свои нюансы. Но по ходу съемки мы перемещались в разные места города, то есть это уже была как такая... Да, ну вот мы видим действительно кроссовки, кто-то в пуантах, кто-то в кроссовках. Да. Вон очень дети, красиво. Которые не базируются. Люди, конечно, были в шоке, да, когда они видели такое посреди города, да. Но это была интересная съемка, потому что такая реакция, они просто стояли и все фотографировали рядом. Потому что ты не каждый день увидишь балерину, которая танцует на улице. Просто тяжело было сосредоточиться? Сосредоточиться? Буквально первые несколько кадров, потом ты просто забываешь обо всем и просто фотографируешь. Но вот эти трюки, они ведь несложные для вас. Просто прыгнуть может быть несложно, но сложно то, что нету пола, это плитка, это все-таки твои ноги, твой позвоночник, твоя спина, да, то есть больше аккуратности требуется в исполнении какого-то движения. Поддержки просто страшновато, потому что очень большая открытая площадка, то есть ты на улице, немножко вестибулярка, но на самом деле это же все отработано уже, да. Очень интересная, конечно, идея, а непосредственно фотографу, вот он позаимствовал ее, когда появилась она, и до момента реализации, сколько прошло времени? Не делился с вами фотограф этой информацией? Нет, он не делился, он просто предложил, и как-то на энтузиазме мы подхватили эту идею и согласились. Но он показался авантюрным что-то. Ну, давайте вот такое же, правда, оно не звучит каждый день, и приходится каким-то образом, ну, проанализировать. Ну, проанализировать хочется, но как-то, вы знаете, хочется всегда что-то новое, потому что... Вернемся, Никита, прерву балеринам. Сейчас у нас на телефонной связи народный депутат Украины, и немного о политике поговорим.
поговорим. Одесские народные депутаты, в частности, сейчас узнаем мнение депутата от партии «Свобода», провалили голосование за запрет гастролей российских артистов. У нас на связи Андрей Ильенко. Андрей, здравствуйте. Доброго дня. Ну, ваш комментарий хотелось бы услышать. Как так получилось? Причем одесские депутаты – это отдельный вопрос, народные депутаты. Они кто не голосовал, кто высказался против того, чтобы все-таки запретить российских артистов в Украине? Ну, насправді, знаєте, цей закон, він навіть значно м'якший, ніж просто заборонити російських артистів в Україні. Він насправді стосується дуже простої процедури. Якщо ти хочеш, ти, от хтось російський артист, він хоче їхати в Україну, заробляти тут гроші під час війни, яку Росія веде проти України. І якщо ти вже хочеш їхати в Україну, заробляти гроші, ну ти тоді маєш чітко сказати, що ти думаєш про російську агресію, що ти думаєш про те, що вбили тисячі громадян України, чи ти це підтримуєш, чи ти це не підтримуєш. Якщо ти це не підтримуєш, ну тоді заяви про це відкрито і тоді приїжджай. А якщо ти мовчиш, не заявляєш свою позицію, думаєш, що тебе це не стосується, що політика, значить, це війна, це політика, а ти тут у нас такі без політики. Або тим більше, якщо ти на кожному кроці розказуєш, як ти любиш Путіна і як ти підтримуєш анексію Криму і так далі, а потім ще маєш нахабство їхати в Україну і тут щось робити, то відповідно ти не їдеш. От і вся суть цього закону. Дуже простого, дуже логічного. На жаль, в Верховній Раді не вистачило голосів для того, щоб це прийшло. І, чесно кажучи, ті аргументи, так з дозволу сказати, які сьогодні звучали з трибуни проти цього закону, ну вони просто вище всякого якогось можливості їх зрозуміти, бо це просто маячня. Розказувати про те, що це там диктатура і так далі. Ну, вибачте, ну війна йде в країні, ну ми що, забули про те, чи ми вважаємо, що це нормально, це етично, це морально. Я вже мовчу про економічний момент, що це просто момент ще й фінансовий. Ми фінансуємо різних людей, м'яко кажучи, які проти України. Ну, наши украинские артисты тоже ездят в Россию на гастроли. Это отдельный вопрос. Причем? Возможно, стоит внести законопроект, согласно которому им запретить выезд в Российскую Федерацию на гастроли. Ну, це очевидно, що це, я взагалі вважаю, що артисти, які називають себе українськими артистами, їздять в Росію на гастролі, це ніякі не українські артисти, це просто, ну, люди, яких немає ні честі, ні совісті, і насправді і таланту немає. Андрій, а лично ви як голосували? Я голосував за і всіх закликав це робити, виступав в цього питання і закликав голосувати за. Тому що оці лицемірні, на мій погляд, речі, коли нам розказують про те, що мистецтво без політики, значить, і так далі. Знаєте, мистецтво може і без політики, але Росія робить все через політику, через все. Через мистецтво, через економіку, через будь-що. У них все політика. І ці люди всі, а які сьогодні розказують про безполітики, вони всі якусь свою позицію все одно висловлювали з цього приводу. Або якщо вони не висловлювали, то так само, чого ви сюди в Україну йдете, що ви тут хочете робити, якщо у вас нема позиції. А нема позиції, знаєте, як сказали, дуже влучно щодо того, що найбільш гарячі місця в пеклі будуть для тих, хто в складні часи зберігав нейтралітет. Скажите, пожалуйста, тот факт, что ни один одесский народный депутат не проголосовал за этот законопроект, что-то говорит? Ну, це, звичайно, погано. По-перше, ну, я думаю, що одесити роблять висновки з цього питання, але тут питання в тому, що загалом парламент не дав більшість голосів. І для мене це, звичайно, таке голосування показове, чи все-таки є Верховна Рада українським парламентом, чи це малоросійська колегія? Поки що виглядає, скоріше, що це малоросійська колегія після таких голосувань. Ну, от Народний фронт, судя по всьому, дав більше всього голосів «за». Ну і що? Я маю прокоментувати це якось? Ну так, да, от їх така особлива позиція. Чому саме Народний фронт? Возможно, цього чекали від правящої партії, від блоку Петра Порошенка. Я думаю, що, ну дивіться, я в даному випадку говорю про суть цього закону, про його ідею, і, а не про те, як голосували народні депутати, ви говорити не хочете. Хорошо, ще один законопроект, точніше. Ще раз, я просто не зрозумів, що ви тільки що сказали, я не хочу говорити про що? Про то, як голосували народні депутати. Ні, я про це говорю. Я сказав, що ті, хто не голосував, це малороси, які не хочуть захищати свою землю. А ті, хто голосував, ну дякую, що проголосували. Ну що я тут можу сказати? Ну добре, але цього недостатньо, тому що
Треба було, щоб інші проголосували. По візовому режиму є якісь новини? Візовий режим з Російською Федерацією внесли в порядок денний? Ну, сьогодні є в порядку денному проєкт постанови, але він, я не знаю, чесно кажучи, взагалі, які його можуть бути наслідки прийняття, тому що там якісь формулювання, заява Верховної Ради з проханням до уряду розглянути це питання. Тобто там, я так розумію, насправді, навіть якщо це рішення пройде, це не буде означати автоматичне введення візового режиму. Насправді, для того, щоб це зробити, треба просто розірвати договір про безвізовий режим. Так, зробити денонсацію договору між Україною і Росією щодо безвізового режиму. Тоді це буде автоматично зроблено. А звертатися до уряду, чесно кажучи, я не розумію, це якесь, напевно, намагання більше увести це питання від реального вирішення, ніж його вирішення. Ну, ви лично за або проти візового режиму? Я за. Свобода за. І я можу сказати, що Свобода була першою політичною партією в Україні, яка ще більш ніж 10 років тому це питання в своїй програмі чітко окреслила. І ми тоді отримували критику майже з усіх сторін, причому і в тому числі і сторони тих, хто сьогодні дуже сильно себе вважає патріотом великим. Тоді вони всі були за дружбу з Росією. І, звичайно, нам треба це робити. Але треба теж розуміти, що візовий режим – це перший крок. Насправді, давним-давно треба вже розривати дипломатичні стосунки з агресором, проводити повну заборону діяльності російських бізнесу, банків в Україні і так далі. А чому от раніше не зробити? Або от до того, як задержали українського журналіста в Росії, цієї необхідності не було взагалі? Чому тільки зараз об цьому заговорили? Ну, от, власне, в мене теж таке саме питання, і ще я ж кажу, враховуючи те, що Свобода вимагала це зробити ще більш ніж 10 років тому. Для нас це вже тоді було очевидно, ще навіть до війни, до всього. А щодо того, чому так, ну, знаєте, інколи краще пізно, ніж ніколи, звичайно, але в мене великі сумніви, що це рішення пройде в Верховній Раді, враховуючи сьогоднішні заяви там БПП з цього приводу і так Нет далі. Ні, єдинства, так, да, у фракції. Що, навряд чи буде в них голосити ці питання. Посмотрим. Хорошо, спасибо вам большое. Андрей Ленко был у нас на телефонной связи, народный депутат Украины от партии «Свобода». Ну, Татьяна, не можем вас не спросить, тоже хотели бы услышать ваше мнение. Как вы относитесь к запрету гастролям российских артистов на Украине, в Украине? Российских к нам? Да. Ну и наоборот, наоборот. Не знаю, ну мы как артисты, конечно, для нас это вообще все чуждо немножко, потому что, ну, мы несем культуру в массы, мы не уникаем. Культура вне политики, вне войны. Вне войны, потому что мы просто, мы поддерживаем просто народ в такое тяжелое время. Ну вот конкретный вопрос. Приезжайте, к вам запрос, например, из псевдореспублик. Да. Приезжайте к нам, поддержите там. Поддержите. Нас. Ну, с гастролями, да. С гастролями мы, как бы, нас не мы это решаем, понимаете, решает наше начальство. Все-таки есть какая-то политика? Конечно. Политика все равно есть. Хорошо, Российская Федерация, ну вот уже конкретно, в Российскую Федерацию, если будут приглашать, поедете? Будет зависеть от тех законов, которые будет принимать наша страна, поэтому мы тоже подневольные птицы. Ну, как бы можно. Пока можно, но пока и не приглашают. Вот, поэтому вот такая морально-этическая сторона. Как и они не приглашают, так и наши, в принципе, тоже с этим немножко не спешат. Поэтому. Тоже не приглашают. Давайте вернемся к фотопроекту. Это более приятная тема, которая, собственно, заставляет улыбаться так точно. Скажите, пожалуйста, вот в процессе работы с фотографом, кто выбирал, какие будут движения, трюки? Это ваша инициатива? Или вот фотограф говорил, давайте вот вы такое здесь движение сделаете или вот иное? Нет, Андрей, конечно, он достаточно разбирается в балетном хорошо искусстве. Понимает. Да, это его большой плюс. Вот. Но это естественно, что он просит сделать что-то так, а мы можем предложить, давай сделаем вот так. А вот давай мы сделаем вот такую поддержку, а ты посмотри в кадре, как оно будет смотреться. То есть это совместная работа все равно. То есть он не принципиален, и мы не принципиальны. Слушайте, а сколько времени вы потратили, вот конкретно вы, для того, чтобы принять участие в этом проекте? Я вам скажу так, что мы, наверное, были одни из самых быстрых, потому что у нас кадры получались, наверное, с одного или с двух дублей. Просто мы были безумно... То есть несколько часов, да? Безумно, да. Все это заняло 2 часа где-то, наверное. А кто выбирал, какая из балерин будет участвовать в фотопроекте? Мы знаем про бешеную конкуренцию. Про бешеную, да. Но я вам скажу, что он сам отбирал. Он сам предлагал, он звонил, спрашивал, есть ли у вас интерес, есть ли возможность. Он такие, да, конечно.
Также не нужно отрицать тот факт, что вообще балет и участие в балете – это, конечно же, актерская работа, в основном пантомима, и вы работаете над образом. Вот в проекте вы каким-то образом себе придумывали образ, и как вы его себе видели? Нет, образа никакого нет, никакого потому что фотографии было. Абсолютно все разные, на разных фонах, и просто в зависимости от того, что мы делаем, то настроение и есть. Если это какая-то лирическая поддержка, то, естественно, ты себя чувствуешь так. Если это какой-то динамичный прыжок, то это экспрессия какая-то. Если это какой-то прыжок в полете, то это воздушность должна прочитаться. То есть это настроение, оно сопутствует само по себе. То есть, ну да, движение вызывает уже да, соответствующую эмоции. Эмоцию. Скажите, а вот как вам кажется, какие бы еще можно было привлечь, может быть, не только искусство вот в такой проект, может быть, какой-то спорт? Вот не приходило ли вам в голову, не говорил ли Андрей фотографу о том, что вот соединить с другими какими-то видами искусства или спорта? Нет, об этом не говорил. Единственное, о чем мы еще разговаривали с ним, если будет такая возможность в перспективе, потому что во Львове ребята сделали волонтеры, там есть львовские киски. Они сделали, я насколько знаю, выставку в театре этих фотографий, и деньги, которые они с этого соберут, они, по-моему, или в какой-то... Или в АТО они их собираются давать, или в какое-то медицинское учреждение, по-моему. Вот, как бы есть такая задумка, если у нас получится найти каких-то ребят, которые согласятся нам помочь заниматься этим, то, допустим, в военный госпиталь можно собрать деньги. Но это как бы все в перспективе, потому что то есть, мы это делаем на... собственной инициативе все, поэтому... То есть не совершенно... Никак не оплачивалось? Нет, это, да? Абсолютно нет. Ваше свободное время, возможно, конечно. Даже выходной, да. Скорее всего. Это был единственный, конечно, выходной. Ну, а знаете, как коллеги с Киева реагируют? Потому что следующий город – это Киев, где будет проводиться подобный фотопроект. Ну, по крайней мере, в соцсетях отзывы очень хорошие, всем нравятся. Все пишут, все скидывают эти ссылки. Ребята молодцы, все так красиво, все так замечательно. Это очень радует. Поэтому, по крайней мере, каких-то плохих отзывов, что кто-то не хочет или мы бы не хотели такого, я не слышала. Вот в комментариях на сайте Doom.net я прочла, что некоторые читатели говорят, почему так мало фотографий? Да, я тоже читала. Почему так мало? Потому что, вы знаете, как мы с Андреем разговариваем, он со мной полностью согласен в этом, лучше одну хорошую, чем много плохих, понимаете? Я сомневаюсь, что слово плохих здесь уместно. Нет, ну плохих, как бы это для нас, для профессионалов, потому что то есть, у нас там какие-то недочеты есть. Фотографий очень много. Но здесь мне нравится рука, там нога, там что-нибудь еще. А вот таких конкретных шикарных фотографий... Ну, поделитесь с нами немного. Мы, опять же, немного знаем в жизни балерин. Как много тренируетесь за день? Как долго? И вообще, 7-часовой рабочий день у нас. Как пришли с утра, стали к станку и поехали. Работаем. 7 часов без перерыва. 7 часов. Да, вообще у нас как бы по законам каждые 45 минут, 15 минут перерыв должен быть. Ну, это в зависимости от нашего желания. Можем без перерыва. То есть, как бы бывает по возможности, что меньше работаем. Но тренировки каждый день, один раз в неделю выходной. Спектакли 3 раза в неделю минимум. Ну, ваш любимый в таком случае. Спектакль? Да. В котором вы принимаете участие? Лично мой, из тех, которые я танцую, очень мне нравится Кармен. Очень нравится Кармен. Дон Кихот. Но они динамичные, они гротесковые, они такие эмоциональные в плане того, что легко доступны даже для зрителей. Большое вам спасибо. В первую очередь, что вы согласились на предложение Андрея, фотографа, на эту инициативу. Ну, спасибо, что нашли время присоединиться к работе нашей студии. Татьяна Афанютина, артистка балета, была у нас в гостях. Сейчас прервемся на небольшую паузу и поговорим дальше на эту тему. Дождитесь.